Здравствуйте, зрители канала Valtreco.ru, электрический персональный транспорт. Сегодня мы поговорим о такой вещи, новинке, как гироскутер. По-другому его называют гироцикл, гироборд, ховерборд. Названий очень много, смысл один. Вы становитесь на гироскутер и наклонами своего тела вперед и назад управляете движением гироцикла. Две педали слева и справа, при нажатии которых гироскутер поворачивается либо вправо, либо влево. То есть управление очень интуитивное, очень простое. Соответственно, научиться можно буквально там за несколько секунд на нем кататься. Достаточно только преодолеть страх и начать получать удовольствие.